Можно очень долго менять цвет обоев, можно долго переставлять мебель, добиваясь идеального интерьера. Но один только уютный штрих – это шторы, которые могут преобразить абсолютно весь интерьер. И сегодня такие шторы мы вам представляем. Специальное предложение только сегодняшнего дня – целый комплект штор искусства. Представит нам эти шторы Юлия Колосова, эксперт телеканала, которая сама лично на фабрику выезжала и заказывала эти шторы для вас. Оленька, с удовольствием представлю роскошную коллекцию зеркального жака, который сделает ваш интерьер перед Новым годом торжественным и нарядным. Потрясающая королевская императорская ткань сегодня с необыкновенным акцентом, эффектом гравировки. Она украшает фамильные замки, дворцы по всему миру. Теперь будет и в вашем доме и преобразит вам обстановку. Конечно, практичные хозяйки порадуются, Оленька, потому что жаккард – одна из самых прочных тканей, малосминаемых. Это двустороннее полотно, с другой стороны, тоже будет очень красиво выглядеть ваше окно. И, безусловно, на готовый шторной ленте. А это говорит о том, что вы повесите на любой карниз абсолютно и не прогадаете с покупкой и с подарком. Так, ну что ж, друзья, смотрите, у нас с одной стороны красота-то какая, жаккардовая. Как определить жаккард, Юлечка? А достаточно его перевернуть. Вот. Это же двуслойный жаккард, настоящий, тканный, не имитация. Это тоже преимущество наших портьер. И вы увидите, как изменится ваша обстановка. Посмотрите, сколько нитей, какие технологии, мы будем об этом подробно говорить. А с другой стороны, когда мы идем и видим свое окошко с улицы, мы тоже радуемся красоте своих окон. Мы выбрали самую красивую ткань. У вас хороший вкус. Да, хороший вкус. Смотрите, три цвета на выбор. Кстати, у нас сегодня есть и новинки в цветовом исполнении. Давайте выберем цвет, который будет подходить именно для вашего интерьера. Вы сейчас видите светло-бежевый оттенок с такими розовыми вкраплениями. Очень нежно, очень спокойно смотрится этот цвет. Также у нас есть бежевый цвет. Тебе нравится? Юлечка? Мне очень нравится здесь дизайн графический. Конечно же, это абсолютная классика. Подойдет в любой классический интерьер. А зеркальная красота и переливы жаккарда и мягкие оттенки добавят больше света и простора в ваш дом. Я обожаю серебро и предлагаю вам свой вкус на сегодня. Я бы повесила в свою комнату именно серебро с необыкновенным приемом художественной гравировки, будто бы по металлу. Посмотрите, как будто драгоценность на вашем окне. Очень красиво исполнен сегодня жаккард. Я уверена, каждый выберет перед Новым годом для себя новое оформление. Новое оформление вашего интерьера по доступной цене. Скидка 62%. С учетом скидки цена за комплект, а в комплекте вы получаете сразу две портьеры. Размер каждой портьеры 150 сантиметров на 250 сантиметров. Это уже высота. Итак, 1799 рублей за комплект. Три цвета на выбор. Выбирайте для себя лучшие из лучших. Кстати, это лидер продаж телеканала Shop & Show. И сегодня новые оттенки для вас. Я вам рекомендую сегодня забирать не только портьеры, но и подхват. Вот такие шикарные. Посмотрите, у нас есть разные вариации по цвету, их вы можете рассмотреть на страницах нашего сайта shopandshow.ru. Только напомню, стоят они 699 рублей. Идеальное дополнение к главному предложению только сегодняшнего дня. Юлечка, вот смотри, раньше жаккард был тяжелый, очень редко выдерживали наши карнизы, да? Поэтому я понимаю. Для нас, конечно, желательно, чтобы жаккард не был таким тяжелым, как раньше. Какой наш жаккард? Наш и красивый, и облегченный. И, Оля, это очень здорово. Конечно же, больше 200 лет существует эта ткань. Богатое наследие оставил нам французский ткач Жозеф Мария Жаккард, придумав императорскую ткань по красоте, несравнимую ни с чем. В нашем случае это еще и необыкновенное плетение двухслойного жаккарда, которое имитирует, посмотрите, гравировку на металле. Это сложнейшая технология, которая дарит нам чудеса красоты и переливов этой богатой ткани. Конечно же, станок, даже вот он просто модернизировался, то есть он не менялся 200 лет. Но сегодня приемы интересные художники используют, да? И в данном случае это зеркальный жаккард, который отражает свет. Сейчас световой день короткий. А с этим полотном ваша комната будет просторнее, объемнее. Конечно, перед Новым годом так вы украсите торжественно ваш интерьер, как украшает ткань фамильные замки и дворцы по всему миру. Потрясающая красота, очарование. Только представьте, какое богатство теперь будет в вашем интерьере. Вот скоро Новый год, к нам придут гости. Хочется всегда гостей чем-то удивить. Мы всегда переживаем, так
Так, надо что-то новенькое купить. Может быть, новый диван, может быть, новый стол для гостей. Нет, друзья, нет. И ремонт делать не надо. Один штрих в вашем интерьере. Дорогие, богатые жаккардовые шторы. И сразу интерьер будет пышить богатством. Друзья, 1799 рублей цена действующая только сегодня за целый комплект. В комплекте вы получаете две портьеры на шторной ленте за 1799 рублей. Добавляйте покрывало главному предложению только сегодняшнего дня. Покрывало называется «Комфорт». Оно из идентичной жаккардовой ткани. Все будет в едином стиле. Можно и на диван тоже застелить. Итак, смотрите, вот вчера я была в доме отдыха. Так, расскажи. И с утра мы проспали завтрак именно благодаря жаккардовым шторам. У нас был люкс, у нас были шикарные жаккардовые шторы, которые мы сразу понимаем, что на следующий день будет солнышко. Вчера был очень солнечный день. Мы зашторили окошко. Слушай, вот реально проспали. В 12 проснулись. Ну, плохо, что проспали завтрак, конечно, но здесь у нас плотное, практичное, двуслойное, не имитация, а настоящее плетение жаккардовое. Поэтому давай проведем эксперимент, я тебе сейчас покажу. Если вы хотите такие портьеры в вашу спальню, я вам это рекомендую. Mm-hmm. Да, солнышко утреннее, оно нас беспокоит. Да, например, строительный фонарь или хочется закрыться жителям первых этажей. Вот жаккард так. Здесь качественный, практичный, прочный, двуслойный, поэтому закрывает свет. И я рекомендую вам его в спальню также. Здорово, то есть смотрите, будем с вами высыпаться. А вот как правильно ухаживать за жаккардом, чтобы он не превращался в тряпочку, чтобы он всегда был таким плотным? Этот жаккард будет хорошо держать форму. Ухаживаем мы при температуре 30 градусов. Стирка обычная, кстати, он мало запыляемый благодаря вот такой глянцевой фактуре. Прочный невероятно, что даже слышно звук качества. Если вы практичная хозяйка, знаете, ни солнышко, ни многочисленные стирки не могут повлиять никоим образом на качество жаккарда в данном случае. То есть свет и форма останутся. Так, ну что ж, давайте посмотрим еще раз на этот эффект зеркальный. Да, вот расскажи, что это значит, зеркальный жаккард? Зеркальный жаккард – это, конечно же, роскошный зеркальный блеск с необыкновенным эффектом гравировки. Это глянцевая ткань, которая дает переливы света, особенность и преимущество ее именно в этом. И она, конечно, очаровательна, это ваш изысканный интерьер. И вы повесите легко эти портьеры. Смотрите, шторная лента уже пришита, и любые крючочки, крокодильчики, любые крепления подойдут на окошко от 1,5 до 3 метров. Драпируется он потрясающе. Это прочный, но не грубый. То есть, смотрите, здесь жаккардовое плетение, здесь специальная шторная лента, которая позволит подогнать под размер вашего окошка этот комплект. Обновляйте свои окошки. Праздничный наряд к Новому году за 1799 рублей.